Как показывает статистика, пожаров в республике меньше не становится. С начала года зафиксировано более 30 возгораний. В огне погибли 7 человек. Какие меры необходимо предпринять, чтобы изменить ситуацию? Об этом сегодня шла речь на совещании с главами администрации районов. Новогодние праздники у нас. За одну ночь 4 человека потеряли, 9 пожаров. То есть ситуация может в динамике подняться, если мы меры со своей стороны не будем принимать. Бани горят. Прошлые выходные практически 7 пожаров, да? 7 бань сгорело. Это точно за сутки-то. Видите, как у нас ситуация такая. Конечно, это безответственно самих людей. Печи там, дымоходы, употребление, курение и ряд других вещей. Вы это тоже знаете. Сколько ни рассказывай людям о правилах пожарной безопасности, по-прежнему находятся те, кто их игнорирует. Непотушные сигареты, неправильно устроенные печи в банях и неисправные приборы – это самые частые причины возгораний. В прошлом году в республике произошло более 1000 пожаров. Погибли 90 человек. Подсчитали экономический ущерб от чрезвычайных ситуаций. Он превысил 1 миллиард рублей. Засуха, паводок, взрыв дома в поселке Туфси. Часто люди погибали из-за неправильного обустройства газовых колонок. Только осенью произошло 6 подобных случаев. Их виновниками признавали хозяев квартир. Необходимо сделать ставку на профилактику. На совещании представили антирейтинг муниципалитетов, где ее проводят недостаточно эффективно. В список попали 6 районов. А в 105 поселениях Чувашии по-прежнему не обустроили пожарные водоемы. Ситуацию необходимо изменить. Главы администрации в этом должны быть заинтересованы. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика.